Всем привет. Неожиданно. Что говорит она? Да, пару слов скажешь. Про себя скажи. Почему ты в Анал пришла? Серега тут прямым эфиром занимается. Не готова я к твоему интервью? Да нет, я так про себя просто расскажу. Всегда будешь не готов, когда да. Уже. Тогда буду говорить все как есть. Да. Что говорить? Ну про себя представься, расскажи, почему меня ты в Анал пришла. Меня зовут Елена. Я занимаюсь бизнесом Anel International 4 года. В прошлом я банковский сотрудник. Почему в прошлом? Потому что когда начала развивать бизнес, начала зарабатывать больше, чем в банке, и приняла решение заниматься только этим бизнесом. 3,5 года занимаюсь только этим бизнесом. Первые полгода я совмещала. А семья моя зарабатывает только здесь. Вот, считаю, на сегодняшний день проект самым прибыльным и самым перспективным для любого человека. Объясню почему. Первое – это деньги. Потому что такого количества денег, как зашито в нашей системе, в доступности для любого другого человека нету в других сферах. И второй момент – это, конечно, перспектива свободного времени, то есть размножиться в количестве людей, пользоваться всеми благами этой жизни. Вот мы, например, 2 года назад получили еще плюсом к своему доходу автобонусную программу Мерседеса класса. 2 года на нем ездим, ни копейки за него не платили. Считаем это просто крутым подарком судьбы за то, что мы делаем бизнес, еще пользоваться такими преимуществами. Не факт, что я смогла бы себе купить Мерседес новый абсолютно, так скажем, за наличку купленный, занимаясь там какой-то другой деятельностью. По крайней мере, в моем окружении единицы, кто ездит на новых Мерседесах, купленных в наличку. Просто... То есть, которые не в НЛ, да? Хватит пальцев на одной руке, не на двух, чтобы перечислить этих людей. Какие планы? Развитие регионов как можно больше в России, ну и в других странах. Сейчас работаю на две страны. Казахстан, Россия. А клиенты и менеджеры есть где? В регионах. Иркутск, Новосибирск, Москва. Не, я имею в виду другие страны. Клиенты. Казахстан, Россия. Чуть-чуть Украина. Ну, периодически. Ну, а Германия, Норвегия? Германия – это больше партнер, это моя сеть. Германия, Норвегия – это не клиенты, это больше менеджеры. Угу. Ну, то есть те люди, то есть мой бизнес сегодня представлен в нескольких странах. Угу. Ясно. Планы какие? Планы большие. Третий Мерседес уже получить, уже не А-класс, а второй вернее. Второй. Не А-класс, а C-класс. C-класс или E? C-класс. C-класс. C-класс мы уже можем получать, вот, поэтому в этом году мы его освоим. На E-класс надо еще поработать. Угу. Ну, желаю вам успеха. Спасибо, Сергей. Спасибо. И вам за интервью. Правильных решений вам. В пользу себя в первую очередь. Спасибо.